Приветствую вас на канале AsvodayPlay. Мы продолжаем играть в Mardred. Итак, давайте посмотрим. Так, у нас ЧП случилось, у нас что-то в церкви там произошло. Поэтому надо срочно так добраться до церкви. Так. Добраться-то доберемся. Я и так туда хотел идти. Нет. Блин. Так, так, так. Мимо этого здания. Так, главное, призракам этим не попасться кто-нибудь. Которые меня сожрать могут. Вот с одной стороны, почему бы здесь вот не сделать? О, подождите. Ага, подождите. Так, так, так. Вот, а я это даже не видел. Так, ладно. Так. Да. Мы с Ронаном говорили про этот сонный городок. Про то, хотим ли мы здесь остаться. Мне казалось, он скажет, что когда-нибудь мы переедем в Бостон или Нью-Йорк. Но ему нравится здесь. Здесь все знакомо. Каждый угол, каждый кирпич в стене. Я испытал огромное облегчение. Кажется, мы останемся в Салеме до самой смерти. Ну что, ну неплохое желание, что. А насквозь можно пройти? Ну, пожалуйста. Нет. Слишком шикарно. Хрен там. Ой. Не то. Не то и не так. И все не так, и все не то. И пусть не догадается никто. Ага, а правильно иду, смотрите-ка. Ага, вот мы сделали бы. Чтоб не оббегать. Ой, так, ладно. Церковь. Ушко. Это пуфка. Они готовят пуфку. А зачем они готовят пуфку? Чтобы ударить по нам. Так, это мы уже открыли. Тут открыли. Что это? Что это? Что это? Ай-яй-яй-яй. Не надо что разгадывать. Что это? Что это? Пойди угадай. Это рыбацкая лодка. Да. Так. Что-то я чувствую не туда. Я так и чувствовал, что не туда. Блин, это вот эту можно мне как-нибудь ее тоже убрать? И не встает же туда. А он далеко тоже не может, что ли, перемещаться? Вот тебе и раз. На. Стой, стой, подожди. Хотя вы мне нужны, не знаю, даже честно сказать. Ой-ой-ой. Так, ну и тут я правильно. Хрен там. Так, сюда, сюда. На стенах нету рисунка. Хотя, по идее, вот здесь вот должен он быть. Потому что здесь самое то для него. Такой в закутке. Который мы могли бы вполне пропустить. Так, а я тут был? И тьме неведомо порой, что за сокровище она скрывает. Порой, что за сокровище она скрывает. Это какие-то там что-то зарыто где-то. В этом я почему-то вот уверен. Так,
Сейчас, уж минутку, подождите. Так, куда тут можно? Сюда, сюда. Нет? Нет? Укрыться. Так. Здесь мы уже собрали, да, убрали часть стены, собрали. Было дело, помним. Ай-яй-яй-яй. Так, тут тело мы уже помогли ему. Укрыться. Так. Ладно. Церковь. Да. В церковь идем. Только надо быть начеку, тут помнится. Призраки были в церкви, нахрен. Копы и воры не особенно реагируют на огни полицейских мигалок. К ним привыкаешь, но иногда от их звука вдруг идет мороз по коже. И тут ничего не поделаешь, ведь на этот раз дело касается лично тебя. Что случилось? Что меня тут может касаться, если меня здесь нет, и убили меня не там? Слава богу, ты жива. Нет, нет, Джой, Джой, не надо! Зараза. Да, вот такая вот зараза, девочка, твоей мечты. Лейтенант, я поймал ее на лестнице. Говорит, что знает священник. Где отец Макколи? Что с ним? Отведи ее в мою машину. Я сам допрошу. И напомните Бруилсу, что дверь нужно охранять. Да, сэр. Это простой вопрос. Ответьте! Полегче там с ней. Эй, а Бакстера нашли? Нет. Я поехал в участок, потом был у него дома, нигде нет. По-моему, с ним что-то случилось. Скажи честно, ты раньше видел что-нибудь подобное? Я бы сказал, это просто бред какой-то. Да. Это за гранью всего человеческого. За гранью? Мне нужно попасть на место преступления, пока они не смели все улики. Так. А, Джой и Арис в церкви. Я должен убедиться, что у них все в порядке. Ну что ж, давайте начинать расследование тогда. Но перед этим... Блин, тут две... Блин, где чего? Ни хрена себе. Вот ладно, я посмотрел. Ну, правда, сейчас, ну ничего. Стоп. Вот она. Еще одна осталась. Одна пила. Мне интересно прямо-таки. Что она сделает? А мне надо обязательно с ними разбираться? Может, я как уклонист уйду вот так вот просто от ответа, так вот скажу, ну и хрен с вами. Ага. Вот там что-то есть. Так. Так. Как мне туда попасть? Вот так мне сюда попасть. Ну-ка. С дороги. А, я попросила его снова позвать меня замуж. Какое счастье, что он ушел от меня после того, как я не ответила на первое положение. Предложение. Он по-настоящему меня любит. С улыбкой он опустился на одно колено прямо на улице, не обращая внимания на лужи, потому что понял, что это значит. Решение наконец-то принято.
Он взял меня за руку и сказал: «Ты!» И я ответила: «Да!» И даже не дала ему сказать: «Выйдешь за меня!» Мы оба все поняли и рассмеялись. Это очень хороший знак. Ну, действительно, да, это хороший знак. Так. Блин, с ними еще как-то расправиться надо будет. Он ворон там. Так. Блин, здесь не проходит. А мне еще запчасти эту пилы еще одну найти. Очень даже хочется, чтобы увидеть историю. Так. Ладно. Блин, я просто даже не знаю потом, куда мне бежать-то. Так. А, так как мы действовали? Мы пугали ворону в прошлый раз здесь. Так. Так, первого мы разделали как бог черепаху. Блин, их еще двое. Не надо ждать теперь, когда это один уйдет куда-нибудь. Ну что ж, подождем. Давай, давай, давай. Кто-нибудь один. Вот тот ушел. Давай, 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 давай. На. Давай, третий остался. Ну, к нему хрен подкрадешься так вот. Неизвестно как. Бродил. Ну же, ну же. Блин. Давай, ты вроде как бы здесь был, был, нет? Так, 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 так. И... На! Есть, все. Так. Всех порвали. Ну, вроде больше пока не вижу. Так, давайте посмотрим. Тут где-то последнее. Где ты можешь быть? Не вижу. Так, ладно. Тут ничего? Ага. А, отвлечь. Нет. Подождите-ка. Смотрим, смотрим, смотрим. Где-то еще одна должна быть. Вот только где она? Что-то обнаружить. Обещание, о котором я никогда не жалел. Ну, кстати, да. А лучший день моей жизни мы с самого начала знали, что все закончится подобным образом, рано или поздно. Ну что, прекрасно, что, прекрасно. Только за. Так. За-то за. А где вот мне еще одну штучку искать? Ой-ой-ой, чуть ногами не влип. Да по самое не балуйся. Ой-ой-ой, и здесь такая же штука. Ну давай. У этого подонка ничего святого. Тут поработал настоящий монстр. Что может быть?
У этого подонка ничего святого. И у тебя такие же мысли. Ой. Сосредоточься на этих уликах. На каких? Тут поработал настоящий монстр. Так, посмотреть не могу, воздействую тоже. Надо остаться здесь и закончить. А, сюда надо было, да? Ладно. Кто против-то? Давайте будем расследовать потихонечку, значит. Он что, ее сбросил с крыши? Так получается. Айрис? Так, задача выполнена, так. Ага, вот колокол, так. Камни, случайные валуны, орудие убийства, так, самоубийство. Застрелено, так, случайная смерть, камни, статуя. Задушено. Камни, статуи, так. Давай, камни, статуи. Так. Раздавлено. Орудие вот так. Орудие убийства. Вот так. А, вот как это он сделал. Так. Айрис убил звонарь. Ну как он ее нашел? Вот, кстати, да, интересный вопрос. Как он ее нашел? Это подождите. А, полиция безуспешно пытается найти Бакстера. Это странно, особенно если учесть, что идет расследование убийства. Так, минутку. А, сокрушающий удар. Это можно разбить только очень сильным ударом. Возможно, кто-то или что-то упало с большой высоты. Так, грубая сила. Должно быть, убийца столкнул статую, чтобы ее расколоть. Ну, это неудивительно. Так. Ага, туда мне никак. А, тяжелая. Вот здесь стояла статуя перед тем, как ей придавили Айрис. Так. Блин. Туда мне пока нельзя. А вот... Так, мне надо наверх поди еще залезть. Где эта трещина-то? Вон туда. На второй этаж. Кися, 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 кися. Так. Туда не пускают, туда не пускают. Ладно, будем делать так. Выводы. Так, ой, подождите. Нет! Нет, пожалуйста, перестань! Прошу, оставь меня! Не надо! Ну почему так? От кого она ползет-то тогда? Нет! Если он ее обошел. Если бы она осталась в больнице, была бы жива. Да вот хрен его знает, там шоковая терапия. Будь готов отпустить то, что тебя тут держит. Да нет, не готов, надо... Помни о том, что ты не виноват. Прости.
Вот они и ушли. Что ему еще тут было нужно? Так. Блин. Что ему еще тут было нужно? А теперь смотрите, мы могу пройти, да, дальше. Так, подождите, сразу посмотреть, чтобы не было призраков. Укрыться, укрыться. Так, полтергейстим. Смотрим. Где эта чертова пила? Она должна так расположена быть, чтобы я ее в любом случае мог взять. Так. А здесь я был, я уже даже не помню, честно сказать. Так, ладно. Куда тут? Ну ладно, пока оставим этот момент. Так, Wi-Fi, стремянка. У этого подонка ничего святого. Так, А, вот она, нашел. Тут поработал настоящий монстр. Ну-ка, уйди. Вот она, конец истории. Обрывки призрачного прошлого. Слушаем историю. Священник позвонил мне в воскресенье, где-то около полудня. Ему нужен был человек, который занялся бы ремонтом старой церкви. В 98-м году, кажется, в нее ударила молния. Там был сильный пожар, и с тех пор в заброшенную церковь никто не заходил. Вот уже более 40 лет. Ну, конечно, я согласился помочь. Как только я зашел туда, то сразу почувствовал, что там что-то не так. Мне стало не по себе. По коже побежали мурашки. Я постарался не обращать на это внимания и взялся за работу. Для начала я оторвал поврежденные половицы. Под ними скрывалось старое крысиное гнездо. Оно было похоже на все остальные гнезда, которые мне доводилось видеть за 22 года работы в строительстве. Но потом я понял, что крысы соорудили его из человеческих костей и волос. И вдруг на втором этаже заскрипели половицы, и я явственно услышал, как плачет маленькая девочка. Тут я не на шутку испугался. Испугался, что ветхий потолок провалится под ее весом, и тогда не миновать беды. Я крикнул: «Эй, немедленно спускайся вниз!» Наверное, девочка испугалась, потому что сразу замолчала. И тогда я пошел ее искать. Поднявшись на второй этаж, я с удивлением обнаружил, что он пуст. Если бы девочка убежала, были бы слышны ее шаги, но я ничего подобного не слышал. Затем плач повторился. На этот раз из часовни. Я направился туда. Поднимаясь по длинной шаткой лестнице, я заметил что-то похожее на засохшие пятна крови. Когда я вошел в часовню, меня парализовал страх. Передо мной лежали иссохшие человеческие останки. Судя по истлевшим лохмотьям, оставшимся от платья, труп пролежал здесь все 40 лет, с тех самых пор, как случился пожар, и его так никто и не обнаружил, только крысы. И я убежал оттуда. Бежал, не останавливаясь, до самого города. Прошло столько лет, вряд ли осталась хоть малейшая возможность раскрыть это преступление. Думаю, в Салеме так никто и не узнает, кто совершил это жуткое убийство. Говорят, там до сих пор слышен чей-то плач. Не знаю. Я туда больше не возвращался. Вот такая вот интересная история. Так. У нас что там? О, проклятый поезд, вечный огонь.
Ой, я вечный огонь даже не помню про что. Ну-ка. А, это он спалил уже себя там, но... Так, проклятый поезд. Да, это он камнем убил. Человек в ящике. А, это психушка. Локон из могилы. Это страшная история на ночь. Стойкий призрак. Ну, это... Так. Банши в часовне. Ну, банши-то... Как банши? Ну, банши, ладно. И вот могила утопленника, мне кажется, самое интересное. Я думал, они все такие, как вот могила утопленника. С нее, кстати, все и началось. Ладно, все вроде как здесь с историями покончено. Давайте. Вселиться. Нет. Нам надо сюда. Остальное вообще даже, думаю, искать-то по идее не стоит, да? Или стоит? Ха! Полтергейстер! Что нам это дает, правда, я не знаю, когда пустое, никого нету. Людям вот помогает. Кто людям помогает, кто тратит время зря. Ха-ха! Хорошими делами. Пославиться нельзя. Так. Ну нет, у некоторых, кстати, есть такие истории тоже такие неплохие, с одной стороны. Но это не то. А, мы с Ронаном не религиозны. Но, похоже, я убедила его, что поход в церковь святого Бенедикта — это хорошая затея. Для меня сегодняшнее посещение как глоток свежего воздуха. Отец Макколи только делает для местных жителей. Вся моя работа с трудными подростками — ничто по сравнению с тем, чего добился он. Воистину, он святой во плоти. Кстати, я подумываю, может быть, это еще и священник. Мало то, что это мой брат, это может быть еще и священник. Они же любят с ведьмами бороться. Ой. Чердак. Подождите, я что, тебя... Боже. Это что, священник, что ли? А я только что его подозревал. Думал, это вроде как священник с ведьмами борется должен. Я должен ей сказать. Зачем убийца сюда приходил? Так, ладно. Так, что это такое? Что это за звуки? Рана, четки. Сутана, давай четки. Хрен там, значит, рано будет. Все. А какое, мы еще ничего не сделали? А, смотрите, кошачьи лапы. Раз есть следы, значит, кошка где-то неподалеку. Ага, это только. Так, сосредоточиться. Рано. Что, и все? Это все? Он хотел защитить Айрис. Хороший мужик. А я на него наговаривал. Правда, не уверен, что Джой от этого станет легче. Так, ладно. Проклятие. А, он погиб, защищая Айрис. Последний акт самопожертвования. Так, ладно. Это что у нас? Так, что делает убийца? Игнорирует, прячется, смотрит, ослеплен, обнаружен. Смотрит, хотя может быть еще и обнаружен. А, еще одну надо. Обнаружен. Так. Священник заставил на чердаке убийцу, и тот уронил то, что держал в руках. Это фотография. Давайте посмотрим. Брошено. Разбитое фото Джой с мамой. Так, ладно. Это что такое? Так, это кот. Так, напугана кошка. Почему кошка-то напугана? Вот это призраки, потому что что-то сильно напугало кошку. Ну, это видно, да. Так, а я смогу спуститься сейчас на второй этаж?
Так-ка, давайте-ка. Посмотрим, может, это все воедино можно связать. Ни хрена, столько людей. Охренеть, я могу обнаружить здесь много следов убийцы. Ну давай, вот. Так. Сжимает, сидит спокойно, напуганно, нуждается в помощи, падающая. Ну давайте, падающая. Напугана. Нуждается в помощи, естественно. Кто ее толкнул-то вот? Айрис проталкивалась через толпу, видимо, убегая от кого-то. А, она проталкивалась, думаю, толкнул ее кто-то. Так, а я посюда же зашел, правильно? Правильно, блин, вы сидите, ни хрена не делаете. В принципе, как всегда. Так, так, так. Стой. Нет. Нет, нет. Изучаем. Поврежденный. Поверженный. Поврежденный. Зачем убивать столько людей? Мне тоже интересно знать. За каким? Причем убить-то еще как-то. Так, это что? Ага. Изучаем. Путь к спасению. Должно быть, Айрис и за ней убийцы выбрались во двор именно этим путем. Так, ладно, предположим. Да, нет шансов. Что-то на спине. Безжалостный убийца напал на этих людей. Ну, это мы и так видим. Покалечено. У них не было ни одного шанса. Или ни единого, кому как удобней. Так, ну давай, вселимся, мисс, посмотрим. Что с вами? Вы так резко замолчали? Подожди. Как один человек мог сотворить такое? Мне тоже интересно. Это группа лиц. Трупы. Повсюду. Так, ладно. Что мы ей можем предъявить? Еще две улики не найдены, конечно. Ну, нам надо... О! Девочка убегала. Он гнался за ней. Не за нами. Так, давайте посмотрим, что это. А свидетель утверждает, что убийца, очевидно, хотел убить Айрис, а они просто попались под руку. Так. Ну, давайте посмотрим. Так, давайте сфотографируемся, нам нужно на торжество. Все заходите. О, Боже. Она жива? Все нормально, все хорошо, хорошо. Отпусти, отпусти, он здесь. Что? Эй, послушайте, вам придется уйти. Ни хрена, только силой его ударил. Говорю, это демон какой-то. Он не может быть жив. Он в тюрьме. Сломала ногу вот из этого калича. Нет, нет, нет. Это не характерный для звонаря убийства. Это случайные жертвы. Он охотился на Айрис. В комнате Джой могут быть еще улики. Ага. Так, ну тут я как понял все. Эта бойня не входила в планы звонаря. Они просто встали у него на пути, и он всех убил, как и меня. Ну, да. Вот теперь можно, я как понимаю, наверх. Вот видите? Показано наверх. Идем. Так, подожди, лестница. Не там. Лестница. Вот она. И вот теперь мы уже вот здесь.
с большим количеством улик. Так, 5 улик из 5. Ну давай. Что у нас? Давайте. Код. Ага, не попал код. Значит, вот это вот. Подожди. Ну вот это в любом случае. Раз у нас код не попал. И если брать характерно, тогда вот так вот. Код ни при чем оказался. Так? Ее не назовешь идеальной соседкой. Да и грубовато она немного. Зато комната очень хорошая. Со временем вы поладите. Не волнуйтесь, я умею ладить с кем угодно. Отлично. А вот и комната. Пришли? Отец, что с вами? Ага, беги! Беги, беги! Вот она от него и бежала. Убийца пришел за Джоей, а убил Айрис. Этот след никуда не ведет. Кот. Это был кот, я услышал. Так где же Бакстер? Если его здесь нет, значит, ему придется объясниться. Ну что скажешь? Что-нибудь видела? Так. Так, убийца пришел за Джой, но узнав, что здесь Айрис, решил убить последнюю. Вот так вот. Так. Кот. Ой-ой-ой. Дыра. Тихо, киса. Тихо, успокойся. Это всего лишь Трина Ронан. Кс-кс-кс-кс. А тут что за хрень? Убийца что-то здесь выронил. Ключ какой-то. Может, кошка сумеет достать? Так. Убийца что-то уронил в вентиляционную шахту, но мы видели, что это был ключ. Так. Не понял, как это он мог туда упасть аж? Беги, благодарю. Котят. Так. Ключ, мы видели его. Это я куда? Знакомый дом. Ну, дом у нас, вот дом. Хрен там, не он. Какой еще дом может быть? Это что, дом правосудия? Дом правосудия. Дом правосудия? Вот оно. Валим тогда его туда. Убежище. Надо попасть в дом правосудия. Так. Так, вероятно, этот дом правосудия с картины в музее и есть логово убийцы. Так, ну ладно, тогда пойдем отсюда. Ой! Блин, он там лазит. Кися, помоги мне, пожалуйста. Почему я не могу? Блин. Так. Ну давай. И... На, угадал. Это хорошо, так надо. А как мне преодолеть? Давай, иди отсюда. На.
Надеюсь, ты один здесь был. Твоих друзей нет? Вот и славненько. Так. Дверь-то приоткрыта. Так, идем в дом правосудия. Надеюсь, он мне покажется на карте, да? Давай. Ну ты же призрак, вытащи меня отсюда. Давай. В том-то и проблема. Так будет лучше, правда. Что я призрак? Ну да. Но что там произошло? Он не мучился. Ты врешь. Он погиб, защищая невинных. Все, что могу сказать. Он погиб из-за меня. Эй. Ну, невменяемость не поможет тебе уйти от обвинения в незаконном проникновении и побеге. Так что хватит прикидываться, ясно? Рекс, отвали от нее, а? Может, объяснишь нормально? Нет. Так я и думал. А он, может, действительно сам видит еще вот этот Рекс. В участке решим, что с тобой делать дальше. Сам видит и делает вид, что ни хрена не знает, не делает. Почему со мной вечно проблемы? Джой, скажи ему, что мы нашли. Они должны знать все. Попробуй его как-нибудь убедить. Куда пойдешь? След убийцы ведет в тот особняк, который мы видели в музее. Расскажи о нем Рексу. Возможно, это логово убийцы. Ладно, попробую. Мне, чтобы какую-нибудь поддержку ей организовать. Чтобы двое-трое уже знали, куда ее повезут, понесут, потащут. Так, Рекс задерживает Джой. Я знаю, как это мучительно потерять свободу, но это лучше, чем лишаться жизни. Ну, это да, действительно лучше. Давайте, всего лишь 100 метров пробежать надо. Ух ты, ух ты. Как бы нам это обойти? Сюда. Блин, опять через переулок. Давай. Откуда посюда можно пройти? Дом правосудия. А, вот, я точно сюда не мог попасть. Точно, он говорил, сюда не пойду, не пойду. А тут, кстати, может быть еще одна история какая-нибудь. Посмотрим. В свои лучшие времена это местечко считалось настоящим музеем. А теперь просто захолустье, известное лишь старыми страшилками. Побывать там и злейшему врагу не пожелаешь. Так, что это мы видели в видениях? Так, вот и он, дом правосудия. Ха. А он вовсе не такой заброшенный, как кажется. Еще полицейская машина. Лучше бы я был неправ. Давай, заходи. Дом этот не может быть освященный. Не, вот это же дом правосудия. В нем ничего святого не должно быть. Ну, правильно. Так, посмотрим сначала на призраков. Ну, он что-то там есть, есть, есть. Призраков нигде не видно. Так. Мы зашли посюда, правильно? Правильно. Так, сюда не идет, сюда не идет. Пока только прямо. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, предположим.
сделаем. Так, это что такое? Необходимо 10 долей. Ага. Вон оно как. Так, это что? Сегодня скачешь на месте, а завтра пляшешь ты в лень в петле. За дьявольский разгул разврата ждем ведьму, ждет ведьму страшная расплата. Это хрень. Что это за стишок такой? Так, минутку, подождите. 10 штук собрать. Что-то дом не похож был на такой большой дом. Сегодня я спросила Ронана, верит ли он в загробную жизнь. Он спросил, что я имею в виду, рай или призраков. Я сказала, что призраков, и тогда он рассмеялся, но ничего не ответил. Значит, не верил. Ну да. Как в нее верить? Это же антинаучно. Но тем не менее, каждый вправе верить в то, во что он хочет. Почему я не могу пройти? Так, подождите, я что-то нашел, но я туда попасть не могу, ладно. Предположим. Ну ни хрена. Домик так-то страшновато мне по нему ходить. Знаю, что где-то здесь должен быть убийца. Так, ну-ка давайте-ка еще посмотрим стишок. Стихотворение 2. Исчадие ада средь людей, для душ невинных нет страшней. Быть пешею бесовским слугом. Быть пищею бесовским слугам, но ты получишь по заслугам. Ну, ешь твою мать-то. Скороговорщики какие. Скороговорщики, стихополеты. Бумага мараки. То есть, а какие бумаги? Это же на стене было. Стена мараки. Так, так, смотрим. Ни хрена себе, далековато, блин. Так, ладно. Сколько-то мы там прошли. Опа! А вот куда надо было. Обнаруживаем, забираем. Так. Найти, так. А, тут ничего не надо, да, такую штуку? Ага, все, понятно, так. Допустим. Десять штук, блин. Чего у меня внутри все взбунтовалось? А я вот сюда хочу, нет? Удалить, восстановить, собрать. Так. И коль вы спите по ночам, хозяин снов приходит к вам. Но стоит злу себя увидеть, оно не сможет вас обидеть. Это стишок Фредди Крюгер. Как же он назывался-то? Кошмар на улице Вязов, фильм. Да, это я хорошо помню. Фильм. У него там еще стишок был. Это раз, два. Фредди идет. Три, четыре. Вас всех заберет. Пять, шесть. Что-то там. Семь, восемь. Что-то тоже не помню. И вот 9-10. Точно помню, что никогда не спите, дети. Потому что это не в рифму было вообще. Сложено, но тем не менее до того времени это было очень даже хорошо. Что-то было хорошо, хорошо, прекрасно. Среди призраков еще боится их жена. Вот тебе и призраки. Так,
А тот, кто вступит с ведьмой в связь, повергнет душу в гниль и грязь, во тьму и морок безвозвратно, и нет ему пути обратно. Ну, так это, да, это понятно. Тот, кто выбрал путь, это ведьминский путь, обратно уже не сможет вернуться. Так, это я куда попал? Подождите, тут должно быть... Ага, вот, смотрите. Говорю же, тут должно быть что-то, не может быть, потому что 10 штук надо собрать. Избавить мир от колдовства и изгнать отродье бесовства. На это вряд ли хватит сил, ведь час расплаты наступил. Ну, блин, такие... Поэма прямо-таки. Так, точно? Призраков нету? Твою мать, это что еще за дерьмо? Что это такое? Свежая краска, похоже, только что написали. Дочка от матери ведьмы сбежала, только сама лишь ведьмою стала. Кара настигнет ее в эту ночь, сгинет в мучениях блудная дочь. А причем блудная? Блин, это про Джой. Убийце нужна Джой. А, убийце нужна Джой, ну. Оперативный штаб по делу звонаря. Надо тут все осмотреть. Давайте осматривать. Только подождите, перед тем, как осматривать, я вижу, там еще есть. Что, не получилось или получилось? Так, ладно, давайте будем соблюдать какой-никакой порядок. Так, изучим вот. Так, жертвы, способы их убийств. Эти дикие способы убийства, трудно сказать, убийца преследует определенную цель или он просто шизофреник. Мне кажется, просто шизофреник. Просто безмотивный. Найден третий повешенный. Три убийства через повешение, связанные с позорной историей Салема. Ну, давайте, среда, 1940 год. О. Блин, все никак не привык, когда выходить-то как. Похоже, что в истории Салема происходили и другие убийства. Казнь ведьм похожи на то, что делает звонарь. Вот так вот. Ну, это мы и так поняли. Что? Это был сам дьявол. Мэр Стада утверждает, что невиновен в жутких убийствах. Старая Салемская газета. 1903 год. Более 100 лет назад в Салеме произошло несколько зверских убийств. Так, давай, изучить. Так, убийственное прошлое. Так, на этой карте отмечены места всех его убийств. Полиции известно гораздо меньше. Ну, вот подумайте теперь. Почему здесь? Так, лишние вещи. Сейчас мы его за жопу поймаем. Так, что это? Коллекция вещей, некогда принадлежащих жертвам? Звонаре? Проблемы с интонацией, не правда ли? Так. Стоп, стоп, стоп. Похожие убийства. Но между ними десятки лет. Даже сотня есть. Что это значит? Подражатели, заговор? Подобные убийства совершались царями на протяжении века. Возможно, были подражатели. А возможно, были подражатели? Вот так вот. Что еще ты спрятал в этом доме, урод? Что это было? Вот они. Так. Подожди, что это было? Не было, не было, появились, блин. Кто-то ключ провернул. Ты тварь демонов с собой гоняешь, что ли?
Так. И как мне их валить? Блин. Ага. Давай, давай. Так. Вот сейчас это уйдет. Что ты? Что, не получается? Давай. Хрена тебе лысого. Почему пока вот так делать, я не могу его убить тогда? Что? Что ты? Давай, давай, зови его. Так, так, так. И... порвал. Все, теперь еще один остался. Можно что-то убрать? Нет, нельзя. Блин. Давай. Так, и какие такие жать? Неправильно. Куда ты? Ты что, знаешь, где я нахожусь, что ли? Так. Ну давай. Такой, блин, они передвигаются так как. Ну давай. Услышь птицу. Так, какую, какую жать, какую? Ни хрена не ту.
Куда ты? Куда? Блин. Уходи. Все, наконец-то, блин. Фу, дыхание уже задержалось. Так. Вот слышите? Блин, хрен его знает, то ли это там кто-то открывает дверь, то ли это у меня в доме. А иногда мне кажется, что я его совсем не знаю. Я думала, что мы так близки. Оказалось лишь в моем воображении. Я думала, что такая тема, как криминальное прошлое, должна была всплыть раньше. Но сейчас меня отталкивает даже не его прошлое, а то, что он его скрывал. Возможно, наши отношения уже не исправить. Это что, тоже может быть, нет? Это может быть призраком, который это хренач. Потому что мне кажется, что-то дохлый человек-то. С какой силой? Подожди, перед тем, как я туда уйду, я хочу узнать. Мало ли. Вот, смотрите, видите? Чуть не пропустил в туалете. Так вот, хрен попадешь, да, туда? Вот есть небольшой кусочек. Вот, в закутке там. И, пожалуйста. Так же, как и тут вот. Ну там мы все сделали. Здесь мы прошли же. Нашли. Разоблачили. Ну как разоблачили? Хрен с ним. Назовем разоблачили. Так, ворон. Ворон мне не нужен. Вот слышите, кто-то ключом брякает. Открывать, что ли, замок? Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Вроде знаю, что мне ничего здесь не грозит, так-то, по идее, раз призрак. Но тем не менее, все равно. Еще пять. Надеюсь, история того стоит. Еще четыре. Так. Прочитаем. А в этой маленьком комплексе слуги заваривали чай, а обед и ужин готовили рабы на отдельной кухне, так как в колониальную эпоху домовладельцы очень боялись пожаров. Угроза возгорания была весьма реальной. Вероятно, за всю историю существования у этого дома было полдюжины кухонь, но ни одна из них не сохранилась до наших дней. Блин, да? Ой-ой-ой-ой-ой, так, ладно. Дюжина кухонь. Дайте мне хорошую историю. Подождите. Но пока вроде не вижу. Вот здесь вот по-любому есть что-то. Как туда попасть? Ну, ни больше, ни меньше. Может удалить? Нет, удалить только часть какую-то могу где-то когда-то. Ладно. Так, здесь мы были. Стена, камин. В печке ничего нету. Блинский. Очко сжимается. Так, берем. Иногда этот мужчина превращается
В грубое животное. Да, я знаю, что у него неприятности на работе, но ведь дома про них нужно забывать. Да, я знаю, что завтра будет лучше, но сейчас все больше. Не буду об этом думать. Блин, что-то у тебя было сначала, в начале игры, такое хорошее, романтическое. Сюси-муси, поцелую, сейчас нахрен что-то недовольное, какие-то изъяны ищешь. Тебя мужик любил. Давай. Ладно. Появились. 4. Охренеть. Вот так он еще и, блин, недалече тут. Расправься с ними. Слышишь? Герой. Я боюсь, что только стоит одного, блин, тронуть, как это говно все взлетит наверх. Все четверо поднимутся. Пробежать, я думаю, нереально, наверное. Блин. Как мне с ними разобраться там? Так, я как понимаю, они на дальнее расстояние тоже не видят. Давайте, отворачивайтесь. Давай. Ага. Подождите. Так. И какие? Первого порвал. Так, есть еще вороны? Нет, по ходу дела больше воронов нет. На этом хорошая сказка закончилась. Давай. Какие? W. Ну, неплохо пока. Так, кто куда выходит? Нет? Эти не выходят. Так. Осмотреть. 4 февраля 1693 года все ведьмы отпущены на свободу, и губернатор Филс больше не позволит их преследовать. Но меня беспокоит девочка. Я пригрозил расплющить ее камнями. И она с восторгом рассказала, как ее пытал отец, как он давил ее камнями и топил, дабы она обвинила его врагов. Следовательно, не я первый решил использовать это существо, и мои угрозы ее не страшат. Тех, кто видит призраков из потустороннего мира, она считает колдунами и будет преследовать их, невзирая на запреты. Ее нужно уничтожить, опираясь на все законные средства. Так. Салон в доме судьи. То, чтобы... Так. Салон в доме судьи.
то, что мы бы назвали гостиной, одна из самых просторных комнат, пригодная для проведения судебных заседаний. Процессы над ведьмами иногда проходили здесь, а иногда в другом общественном здании, например, в таверне. Ну, в таверне-то не знаю, но вот здесь, да, мы еще в прошлом, прошлой игре, по прошлому видео помним. Так, где ты? Так. Блин, да как так-то? А там еще птица есть. Сейчас, минутку. Давай. Так, и какие кнопки? А! Так. Минутку, минутку. Так, какие такие кнопки? Да, были. Есть. Ух, блин. Да, немножко... Немножко пересрался. Совсем чуть-чуть так. Так, ладно, туда мы пока не пойдем. Так. О. Еще три осталось. Так, ладно, сюда. Нет, туда пока не надо. Это потому что какое-то приглашение прямо-таки. А мы здесь еще не все собрали. Так. Вон туда как-то можно попасть? Так. Что-то не понял, музыка что ли проиграла? На. А, что помешало мне сказать Ронану да? Возможно, перспектива замужества в целом. Я всегда считала, что буду независимой женщиной, а он такой развитие, о таком развитии событий я и не думала, но я не могу с ним расстаться, не могу. Ну и не надо. Любите друг друга, конечно, что вы херней занимаетесь. Так. Давайте посмотрим еще разок. Здесь у нас были судебные заседания, вот и проходили. Когда надо было кого-то судить, особенно казнить. Так, отвлечь. Ворон. Окна. Внутри здания, чтобы смотреть соседнюю комнату. Так, что ли? Или нет? Или там не в соседнюю комнату выбивает. На улицу. Блин. Я вроде все так обыскиваю тут. Досконально, поэтому... Это вот что такое? Ага, это что-то мои расползновения, когда я проходил через столб, видимо. Так. Подождите, я что-то не собрал, может? Что-то не собрал. Так, три.
1. 7, 6, 7. Так, трофеи. А мне зачем карта? Так, предыдущих убийств. Ну-ка. История целиком. Так, выяснить, находится ли еще убийца в доме правосудия. Так, текущая задача — выяснить, находится ли еще убийца в доме правосудия. А, блин, я не то читаю. Прошу прощения. Так. Так. Ну. Может, Рики направился в зю... А, напился в зю... Все равно что-то его напугало. Так, минутку. Это Лора так заливает бак, когда услышала громкий шум. А, это вот от него дело-то. Похоже, Брэд пытался вызвать такси, но что-то напугало его до того, как он... Оно прилетело. Так. Ну-ка. Проход сквозь объекты, женить на Джули. Первое преступление. Так, газета, статья. Так. Чувство вины. Отношения. Виселицы, гробы, демоны. Так, позорный столб, цветы, тьма. Так, это вообще не знаю, что там. А, это истории. История призрака. А, вот прах, праху я, да, сейчас собираю. Да. Еще три штуки надо. Давайте. Так. Раз нас зовут, почему бы не прийти? Господи, Бакстер! Я должен был тебя остановить. Ронан? Что за чертовщина? Ты больной ублюдок! Скажи, зачем? Зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек? Ты думаешь, это я звонарь? Ты что, совсем спятил? Я никого не убивал! Подражатель! Ты должен мне помочь. А иначе что ты здесь делал? Где мы вообще? Нужно выбираться отсюда! Нужно выбираться? Так теперь мы с тобой друзья, да? Ха-ха-ха. Рассказывай, что тут происходит. Так, кто тебя убил? А, что ты здесь делал? Мне тут интересно. Что ты здесь делал? Шел по следу. Я никогда не бросал это дело. Мы с экстрасенсом, с Кассандрой, выяснили, что звонарь охотится на медиумов, а потом берет и казнит их, как ведьм. Я уже не мог бросить дело, даже после приказа Рекса. Так вот почему ты был в музее. Так. Давай, вот с простого. Ты знаешь, где скрывается Кассандра? Она хоть жива? Думаю, да. Я отвез ее подальше, в дом за городом. Боже, так она жива. Я думал, она давно погибла. Вот теперь Джой обрадуется. И не останется одна. Так, ну-ка, что это такое? Когда угроза со стороны звонаря стала реальностью, Бакстер спрятал Кассандру на квартире за городом. Хорошо, так. Так, кто тебя убил? Звонарь, придурок. Но я не успел разглядеть его лицо. Так, еще разок. Звонарь убил Бакстера в подвале Дома правосудия. Ну, глаз выстрелил, ну, по идее, так-то должен был видеть. Так. Где убийца? Не знаю. Он может быть где угодно. Но когда мы дрались, он кое-что сказал. Стой, стой, стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой: я знаком со смертью. И что-то там вроде: мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному, не понимаю. Да, я тоже. Придется разбираться, что это значит. Так, ну-ка еще разок. Сегодня вечером убийца собирается
совершить очередное убийство с помощью орудия смерти. Вот что за орудие смерти? Кто бы знал. Было бы легче, наверное. Ну и последнее. Кассандра упоминала свою дочь? Только о ней и говорила. Мы искали Джой, хотя это было очень рискованно. Кассандра умоляла меня выяснить, где ее дочка, но я ее не нашел. Ты сейчас удивишься. Джой помогла мне сегодня. Конечно, один ты бы так далеко не продвинулся. Ну да, как и ты без помощи ее матери. Так, возвращайся к Кассандре. Проверь, как она там, и отведи в участок. Что будем делать? Я по-быстрому загляну в подвал, а потом составлю план. Надеюсь. Вот нас уже два призрака. И оба детектива. Бакстер знал Джой, хотел найти ее и позаботиться о ее безопасности. Хотя, может быть, он и есть на самом деле звонарь, просто его пристрелили. Так, найти след убийцы в подвале. Ну, давай осмотрим тело. Так, а я откуда вышел-то? А, и вон оттуда я вышел. Так, что-то ни хрена. Так, минутку. Я отсюда вышел. Так, главное не попасть на демонов. Так. Сюда, сюда. Блин, что тут можно вообще найти еще? Собрать. А подвал в доме судьи зачастую служил тюрьмой для заключенных, которые ожидали суда. Этот обычай явно соблюдался и здесь. Сюда бросали тех, кого судья Готорн судил по обвинению в колдовстве. В таких случаях заведений для долгосрочного заключения не требовалось. Ведь по английским законам ведьм всегда казнили. Но смысл тогда вообще производить это суд? Если в любом случае казнят суд, он может оправдать. А тут без оправданий сразу на плаху. Ну, не знаю, как-то это все-то сомнительно. Давай. Восстанавливай события. Черт, что тут произошло? Давай сначала посмотрим вообще, кто это. Так, это судья судит, обвиняет. Судит. Ну, доволен. Хрен там, ладно. Обвиняет. Обвиняет, уже судит. Сделан спокоен, суровый. Ты говоришь, что невинна, но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Так, ладно. А обвинитель провозглашает, что наказание должно свершиться. Хорошо, так. Изучаем клетку. Здесь томились, по ходу дела, ведьмы. Зачем понадобилось сажать в клетку заключенного и так запертого в камере? Вот мне тоже это интересно. А еще и шхонка здесь же. Зачем тогда клетка? Похоже, эта кровать все так еще хуже тех, на которых мне доводилось спать в тюрьме. Так, я могу сюда пройти? Сюда нет. Так, туда мне не надо, вот сюда могу пройти. Вот она. Еще две штучки осталось. Смотрите, закопанный. Так, а я могу это, нет, проанализировать? Так, проанализировать пока не могу. Две штучки осталось, блин. Что же за история меня ждет? Про ведьму, наверное. Отойди. Господи, это же это ребенок, это которая в начале была игры. О,
умоляет, отдыхает, поет в тюрьме. Умоляет. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Бедный ребенок. Абигель держали в заперти, а она считала, что это несправедливо. Я тоже считаю, это несправедливо. Кто там, ребенка-то? Так. Потушенный свет. Держу пари. Толку от них в этом тьме не было практически никакого. Я тоже так думаю. Но вот, вот цепи, давай. Узница. Больше похоже на средневековую темницу, чем на тюрьму. Я тоже с этим согласен. Вот здесь что-то еще лежит. Ключи, ключи, вот они. Это же тоже брала. А, знак колокол. Так. Кто нарисовал это? Действительно, уже самое интересное. Когда-то знак звонаря нарисовали в камере. Но кто это сделал? Ну давайте посмотрим, что у нас выходит. А... Так, обвинение, жертва, звонарь. Ты говоришь, что невинна, но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары. Я думала, это справедливый суд. Так где же он? Суд не место для твоих грязных наветов. Ты исчадие ада. Своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть. Сегодня их родные увидят, как свершится правосудие. Ложными обвинениями? Что за мерзость ты малюешь? Мой знак, как клеймо, прожжет плоть этого города. Пусть это займет целую вечность, но я постараюсь, чтобы колокол прозвонил по каждой ведьме в Салеме. Стоп. Выходит, мой убийца... Абигайль? Так она же мертва. Она звонарь. Разве это возможно? Нужно выбираться отсюда и выследить ее. Так, Абигель, что-то... Абигель, звонарь? Не может быть. Ну что ж, блин, я даже не знаю, что сказать на это. Ну, сказать-то я могу, правда, кое-что. Где еще две книги, нахрен? Я хочу историю. Давай. Что вам стоит дом построить? Ну что, на обратном пути появится? Так, так, так. Нет. Так. Не получается. Блин, хоть бы среди бочек каких-нибудь затерялся бы. Чтоб я мог найти ее. Диспетчер, Рекс уже проявился? Он вез девчонку в участок. Сейчас мы его вызываем, а он не отвечает. Ни по рации, ни по телефону. Нет, его не было. Как появится, мы сообщим. Вас понял. Так, а куда он делся-то? Черт, если Рекс пропал, значит все происходит прямо сейчас. Козел, куда ты дел, Джой? Куда ты мог деть так? Абигель, звонарь, так. Что у нас с Абигель еще? Старинная виселица. Ну хрен с ним. Ага, смотрите, правильно. Так, что еще? Орудие смерти. Дом правосудия. Нет новых... А, нет новых улик. Это что такое?
Куда шла свидетельница? Ну, хрен с ним. Неправильно. Чердак церкви, но то точно нет. Куда шел убийца? Церковь. Нет, ну церковь, мы только что из церкви. Мы же можем из церкви в церковь ходить. Ты кто такой? Орудие смерти убийцы, блин. Так. Орудие смерти, то есть ее смерти, там, где ее казнили. Речь идет о виселице в музее. Че? Держись, малышка. В музее? Виселица? Так, выполнено. А, ну да. Так, начать расследование. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!